Так, надо попробовать 530 драйвер. Что-то как-то это артефакты пролетают. Сейчас стоит 536 бета. Попробуем 530 поставить. И заходим обратно в игру. Да, прогресс есть на 1.07, даже на 865 снапе было неигровидно. Там было порядка 15-12 FPS всего. Сейчас идет 27-30, в принципе, даже играть можно спокойно. Activision presents a smashing blast from the past. Кстати, вот, видите, поменял драйвер и у нас прекратились эти мигания текстур. Если у кого-то начинаются артефакты в каких-то играх, попробуйте поменять драйвер. 530 бета, он где-то дает ускорение. Допустим, с ним Shinobi 3 лучше идет. И не артефакт, это вот Crash Bandicoot. В нем появляются артефакты маленькие, мигающие. Даже не артефакты, а как моргание текстур. На 530 вообще все идеально. Так что в этой игре надо включать 530 драйвер. Видите, ничего не мигало, не моргало.
Зависла игра. Прикол. Ладно, заново зайдем. Такое бывает редко. Может раззависнуть. Вот вчера у меня также зависла этот кейс, где за кролика играем. За зайчиху, то есть. Там тоже у меня зависло вчера также. А потом ничего, перезашел в игру, прошел этот уровень. Вторую часть зайдем. Попробуем всю карту пройти, вот эту первую. Ну и босса замочить. Еще и звук пропал. Весело. Кстати, глюч джойстик. Стенки кнопки залипают. Типа турбо включается, знаете, на какой-нибудь неопределенной кнопке. Где звук-то? Ничего не понял. Звук-то где у меня? Что за приколы?
всего лишь переподключил джойстик. И звук пропал. И появился. Странно вообще. Тормозить уже не так, не так плохо. Да, притормаживает. Немного некомфортно играть.
из этих тормозов вот постоянно вот не можешь либо допрыгнуть, либо на врага прыгаешь. Игра фризит все равно некомфортно. В принципе, играть можно, несмотря на лаги небольшие. Я думаю, сейчас 870 знак привет, и там все будет намного лучше.
Ну чё, к боссу пойдем? Сейчас должен быть босс уже. Все собрал. Еще один уровень же. Что-то я не увидел его. Почему-то думал, это сохранение. А, подождите. Во второй части же надо было наверх подниматься, когда босс был. Игра глюканула, видите как? Короче, ладно, с тестом закончим.